Ксюша. Ух ты, какой классный. Папа твой велик украл. Что ты делаешь? Я пакетики. Какие пакетики? Сюрпризы. Ребят, всем привет. Чем-то Маргарита очень серьезным занимается. Я убираю. Мусор смотри, я убираю. Да, конечно. Я даже не успела причесочку здесь мыть. Ты с самого утра убираешь? Да. Маргош, так чем ты занимаешься? Какие пакетики ты делаешь? Сюрпризами. Для кого? Для нас. Для меня. Для меня тоже. Нет. Да. Тоже хочу. А как, зачем? Как ты можешь делать сюрприз для себя, если ты знаешь, что, что там будет внутри? Это уже не сюрприз? Да. Нет, я не знаю. Как ты не знаешь? Ты будешь с закрытыми глазами делать, что ли? Что делать? Да. Ну, давай, иди, неси вот это вот. Нужно открутить и водичку залить. Надо чистую водичку. Надо не надо мыть, потому что я вчера это делала. Ну, хорошо. Только водичку. Давай. Ну, вот эту вытащи штучку. Надо всем сделать. Макс, тебе тоже надо сделать. Все кашляют, ходят. Маргош, тебе тоже надо сделать. Я не хочу. А я тебя не спрашиваю. Я тебе говорю, что надо. Не хочу. Да. Нет. А тогда не поедешь с нами в отпуск, если будешь болеть. Кто будет болеть, тот не поедет. Я кушала мороженое. Больных не берем с собой. Ну, молодец, я тебя лечу, а ты мороженое кушаешь, Маргарит. Вообще здорово. Мама, вот столько. Ну, мне да. Мне вот такие нужны. Что? Фломастеры что, закончились уже? Да. Так, это не фломастеры. Это такие тоненькие. Это тоненькие ручки, да? Да. Шики. О, какие. Не потеряла еще ни один? Я это делаю для Ксюши. Для Ксюши? Да. Ну, мы посмотрим в Испании, что там есть. Если нам что-то понравится, купим в Испании. Если нет, то здесь. Ты если делаешь, то делай нормально. Ротиком дыши хорошо, прям глубоко. Ты чем там дышишь? Волшебным паром? Да. Ребят, наконец-то мы открываем нашу посылочку долгожданную. Решили раскрыть вместе с вами. Так, вот он. Это уже диакубик. Диакубик. Да, это уже диакубик, смотри, видишь? А как диакубик? Смотри, он другого цвета, он желтенький. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Ух ты, какой классный. Yellow color, yellow color. Теперь у нас такой симпатичный желтенький, наш любимый цвет. Макс и Карина, это ваш? Мы хотели сравнить первый самый. И вот он второй, да. И сейчас мы посмотрим, чем же они отличаются. Это моя, это тебе. Потому что здесь написано на коробке, что этот кубик, он по подписке. Это моя. Сейчас мы все посмотрим и вам расскажем, ребят, чем они отличаются. Вот, диакубик. Портативный кинопроектор. Сейчас мы посмотрим. Это портативный кинопроектор, работающий по подписке. Что это? Ну, подписываться нужно. И что входит в подписку в кубик? Здесь написано фильмы и сериалы, мультфильмы, диафильмы. Развивающие игры, образовательный контент и расширенная гарантия. Вот, подписка стоит 990 рублей. Та-да. Так, это мы обязательно подпишемся. Тоже. Ну, теперь у нас, получается, будет смотреть вот этот малыши, а это вы будете смотреть. Угу. Почему стоит выбрать кубик по подписке? Значит, первое, не надо доплачивать за контент, все, что нужно, включено в подписку. То, что он безопасный, в отличие от планшетов, телефонов и телевизоров, не вредит детскому зрению и осанке. Ну да, точно. Вы же лежите, получается, смотрите на потолок, и у вас спинка ровненькая, и вам это не вредит. Также зрение не портится. Покажет только безопасный контент. Постоянно обновляющиеся рекомендательные подборки для разных возрастов, удобный сквозной поиск, и управление с мобильными приложениями. Ну да, можно управлять с телефоном. Но помнишь, мы скачивали приложение в телефон, угу, и управляли, да, кубиком. Вот. Поэтому вы уже включили? Не
То есть, так. Смотри, тут есть сой из мультфильма. Да, у нас такого нет в другом кубике. Смотри, там, ну погоди, обезьянки. Нет, нужно, нам нужно подключить Wi-Fi. Теперь мне нужно код. Сейчас я код принесу, мы напишем код. Подключились. Смотрите, сразу будет работать. Я фильмы. Ага. Маленький. Ага, да-да-да. Да, как праздник это. Угу, здорово. А, ну-ка, включи-ка. Это ты не сама читаешь, а тебе озвучивают. Боссы, Бетон и малыша. Маша. Ведь на свете столько мальчишек, которым 7 лет и у которых... Ну да, есть еще зарубежные сказки, русские сказки. Ну, зарубежные, не русские. Ага. Стихи даже русские есть. Ну-ка, открой сказки. Стихи. Русские сказки. Колобок! Колобок? Да. Твоя любимая сказка «Колобок», что ли? Угу. В общем, я здесь нашла еще информацию. Подписка включает в себя доступ к большой библиотеке диафильмов, золотой коллекции «Союз мультфильмов», детскому радио даже, представляешь? Телеканалу «Мульт», онлайн-кинотеатру «Иви», развивающие игры, возможности стриминга своего телефона, YouTube и многое другое. Еще вы получите расширенную гарантию на Диакубик, которая дает возможность бесплатно замены кинопроекта по любой причине один раз в год. Если что-то не так, если он выходит из строя, то один раз в год дает возможность заменить этот кубик. Здорово. Еще очень важная информация, что, допустим, если подписка заканчивается, то мы можем продолжать смотреть диафильмы, да, и советские мультики, загружать во внутреннюю память свои файлы даже, и пользоваться кубиком без ограничений. Как бы если подписка закончится, то ничего страшного там нет. Перед сном мы очень часто смотрим проектор. Очень часто. И засыпаем так в кроватке. Мама и папа тоже смотрят этот. Ну да, мы тоже смотрим. Так, у меня здесь варится картошечка. На пюре. Пюре будете кушать? Ага. Еще я решила сделать это гриль, кукурузку. Я не знаю, получится или нет. В общем, она уже готовая. Это она уже вареная для гриля специально. Ну, в общем, у нас вот такой вот гриль. Сейчас посмотрим, что получится. Ее нужно поджарить на гриле. Вот так вот. Все, приятного аппетита. Ага, вкусная кукурузка. А вы не пробовали кушать с маслом? Да. Смотри. Вот, например, берем вот так вот масло сливочное, ну чуть-чуть немного. Когда кукурузка горячая все еще, вот так вот нужно мазать, чтобы маслице туда впиталось в кукурузку. Да, и вот так вот, и потом кусаешь. И такой вкус. Нету. А, как другие кушают? Но кукурузу. Ты уже съел? Быстрый ты, шустрый. Ну что, вкусно? С маслом? Не чувствую ничего. Маргарита не поняла. Вкус. Кукурузы с маслом. Куда идем в итоге? На площадку. И ты подальше от дороги. Вот сюда, в эту сторону. Вот здесь вот и катайтесь. По кругу. Велосипедисты. Пойдет? Да. Лучше? Лучше. Сидушка у него внизу совсем была. А? Нет, не хочу. Все, теперь здесь спокойно можете ехать. Да, только смотрите, пожалуйста, вперед, чтобы там... Потому что... Ой, ты чё? К вам навстречу могут ехать тоже велосипедисты. Эй, зато на площадке никого нет. Почти. На, все, уже ушли. Да, здесь надо ходить. Осторожно. Нет, я лучше вот. Значит, ползи. А там на великах катаются, но мы туда не пойдем.
Там опасно. Можно врезаться в кого-нибудь. А чё ты так съехала? Мам, можно мне на большую? Не знаю. Максу нельзя. Я ещё поиграю. Ты ещё? Тоже. Нет, Макси, туда нельзя тебе. Тем более шлема нет у вас. Ну давай езжай. Куда? Туда. Вон мальчик едет, видишь? Я боюсь. Ну? Мой тормоз нехорошо работает. С большим великом. Ой, папа. Папа твой велик украл. Нет, нет, только не туда. Он тебе сейчас велик поломает. Точно. Мама! Смотри, что он делает. Не-не-не, мам, я Макс. Давай заводи мотор. Ксения, Маргарита уехала, что ли, уже? А? Маргарита уехала? Нет. Где она? Она уже уехала. Ну, она уехала, я не вижу ее. А что, вкусно? Надо делать. Как? Это не суп вообще, да? Смотри, это ты сначала суп. Просто одеваешь, потом в тарелку, потом ты с этим соусом перемешиваешь. Угу. Ну. А, ну я поняла, да. Ну, сначала с лапшой отдельно, да, вода. Когда лапша приготовится, перемешать воду. Лапшу с соусом. Сначала выливаешь воду, и потом соус с этим макаронами, и потом вот эту вот зеленую штуку. Угу. Горячо. Нам с Ксюшей захотелось что-то такого вот супчика. Но это на самом деле не суп, а мы суп сделали. Нужно было просто сначала сварить водичкой, залить кипяченой. А потом слить воду и перемешать с соусом. И получилась бы такая просто лапша. Ну если бы ты соус добавила, ты бы его. Ну зато сытнее так с бульончиком, вкусно. Мы сейчас домой шли, зашли в магазин. И нам захотелось так такого супчика. Только нам причем, никто больше не взял. У нас же не хотели, дома. Хотя, так что, мам, если ты такого кушаем вот такой вот супчик. Спите, да? Ребята, это мы так этот хотели фильм посмотреть всей семьей. Почему не спит уже? Какой фильм-то смотрите? Джуманджи. Вторая часть? Угу. Так ничего не слышно, как вы смотрите? Все равно, хоть чуть-чуть прибавить можно. Ксюнчик спит. Ксюнчик не выдерживает у нас пока. Иди на кроватку. Давай. Кино будешь смотреть? А кино какое смотрим, ты хоть знаешь? Да, какое? Джуманджи. Ну хорошо. Мама, тут слюнка потекла. Слюнка потекла. Ладно, ребята, будем мы, наверное, уже спать собираться. Да? Давайте спать уже собираться. Все, всем пока. Давай, спокойной ночи. У Ксюшки уже давным-давно спокойной ночи. У нас отпечаток остался на лице. Ugh.